Добрый день, с вами Ирина Багнюк, канал «Усадьба Багир». Сегодня продолжаем работу по формированию бонсай из взрослого толстенького фикуса бенджамина. Значит, он прекрасно оброс. Я обмотала проволокой некоторые ветви. Во-первых, вам будет видно хоть что-то. Я их пригнула слегка. Ну, они как бы просто вот так топорщились, да, вверх. Я их немножко пригнула. Мы их пообрезаем, посокращаем. Так что вам сейчас лучше видно. До этого они были все вверх топорщились. И это было не очень видно. И плюс эти ветви, собственно, надо уже проволокой немного изгибать. Так, начинаем с ним работу. Значит, тут у нас вот жертвенная растет. Пусть пока растет. Но не мешает, пусть растет. Так, что мы делаем? Значит, вот у нас ветвь назад. Прекрасная, замечательная. Мы сейчас уберем сначала лишнее, что не нужно, а потом немножечко их посокращаем сами. Значит, эта ветвь назад замечательная. Вот здесь, да, вот эта ветвь тоже в сторону, хорошо. Вот тут пучок, мы что-то из него выберем, то, что сейчас держу. Вот тут внизу пучок мы убираем, он рядышком с этой вот ветвью. И если смотреть вот отсюда, он как бы визуально так вот, как вот из-под коленца. Поэтому вот это внизу убираем все. Сейчас, секунду. Так, чтобы ничего не видно за ветвями. Так. Так. Так, есть. Значит, здесь вот это в лицо не нужно. Вот тут тоже не нужно. Нам нужно здесь какую-то одну ветвь. И то она на самом деле не критично нужна. Но пока оставим, так как это все-таки ближе к основанию, вдруг потом не будет, она нам будет нужна. Значит, убираем то, что нам в лицо. Выше и ниже здесь они есть. И как мы выбираем из этих? Ну, вот это вот наверху точно не надо. У нас вот здесь есть ветвь, и она, скорее всего, будет нам нужна. Поэтому тут не надо рядышком. Убираем. Вот эти маленькие в лицо тоже убираем. Они даже сами отрываются. Так. Малюсенькие тут назад куда-то идут между вот этими двумя. Тоже убираем. И, собственно, выбираем. Ну, вот когда уже убрали все лишнее, вот видно, что вот эта ветвь прям хорошая. А эта не нужна, потому что она близко вот к верхней. Они уже тут дерутся. Поэтому это уходит. Тут такая, получается, вот они все наросли, и тут горка получилась. Аккуратненько выкусываем. Рядышком большой срез у нас есть, но он уже зарастает, поэтому тут можно прям так хорошо-хорошо выкусить. Угу. Вот. И потом этот срез тоже немножко сократить. Так, вот у нас осталась веточка. Мы ее пока сейчас не трогаем совсем. Потом мы ее немножечко, как она еще окрепнет, вот так вот проволокой изогнем. Тут сократим. И вот эту вот тоже оставим. Может быть, только чтобы поддержать вот эти маленькие, вот прищипнем буквально два листика и точку роста. Все, вот эта малюсенькая остается. Вот тут вот маленькая остается. Теперь идем вот к этой. Назад уходит хорошая. Вот тут у нее внизу веточка не надо. Не знаю, видно, не видно. Вот она. Так. Убираем. Я когда обматывала, ничего не убирала, чтобы вам все это показать. Так. Так. Сразу тут пойдем. Вот это у нас будет. Вот здесь в основании у нее что-то не нужно. Оно получается над нашей ветвью. Поэтому убираем все эти пучочки. Да. Вот эту тоже убираем, тоже она не нужна тут. Так. Так, вот. Чуть-чуть уже у нас видны эти ярусы, видны эти ветви. Дальше. Так, эту посмотрели, это. К этой придем позже.
И вот здесь, значит, вот эта ветвь, замечательно. Вот это пока останется, то есть или она будет, или она, они сейчас одна над другой будут, если вот их обе оставить. Убираем лишнее, их пока оставляем. Но, возможно, мы какую-то изогнем сюда, или вот эту изогнем чуть вперед, а это будет тут. Потому что по форме вот тут она очень хорошо здесь находится. Поэтому пока что оставляем. Тут вот что-то чуть-чуть подсохшее. И можно у нее, чтобы она тоже ветвилась, немножко прищипнуть вот эти вот две ветви у нее побольше, так сказать. Она разветвилась. Так как она выше у нас находится, мы это можем сделать. И у нее, ой, вот здесь идет вертикально практически вверх. Это мы уберем. Вот так. Изгибать пока не будем проволокой. Так, идем дальше. Вот тут вот. Из двух как бы ветвей, чуть-чуть вперед, в бок, и под ними тоже какие-то маленькие, просто под ними мешают или очень-очень близко уходят. Все, остался верх, и остались эти ветви, которые изогнули, но пока не прищипывали, не обрезали. Вот мы сейчас этим займемся, их все обрежем, что надо, и потом идем кверху. Вот таким образом. Так, что нам нужно? Что нам нужно? Значит, самую вот эту вот, ну она не самая нижняя, вторая. Мы ее чуть-чуть прищипнули. Идем вот так, следующая наверх. Вот это. Я ее изогну, значит, я ее вниз чуть-чуть. И некоторые ветви немножечко еще вот так изогнула. Так, у них есть... Очень длинные части нам не надо. Очень длинная. Она очень длинная назад. Надо ее вот так примерно сократить. Вот, поэтому мы выбираем на основной. Вот так вот. Хочется, чтобы вам было видно. И мне видно, что я делаю. Так. Сейчас мы их все немножко сократим. Если где-то одна с другой там спорят, мы их можем удалять. Так. Вот они вот здесь спорят, поэтому вот эту мы уберем. Тут будет веточка и здесь будет. Хотя, казалось бы, хорошая ветвь, такая разветвленная, мы ее убираем. Так, все остальное просто тут прищипываем. Прищипываем. Когда делится вверх-вниз идет, верхнюю убираем, нижнюю оставляем. Так. Вот, это готово. Идем сюда. То же самое. Немножечко мы их... Так вот. Так. Они еще будут не раз тут все сокращаться. Поэтому к этому мы еще будем приходить. Здесь прищипываем. Прищипываем. Вот идет вверх. А тут еще внизу есть. Убираем эту верхнюю. Так. Вот здесь у нас хороший изгиб. И вот эта ветвь, которая вот непонятно куда, между всеми. Уберем ее тоже. Так, вот получается хорошая воздушная веточка. Все. Потом ее еще чуть-чуть сократим, возможно, но уже хорошо. Почему еще чуть-чуть? Потому что, если посмотреть вот так сбоку, толщина ствола и у нас ветвь, в принципе, может и быть такой. А может быть... Сейчас посмотрю, если можно... А можно ее сразу. Мы вот тут сократим. Сейчас. Чуть-чуть мы ее сократим. Вот так хотя бы. Так. И вот здесь вот очень толстенькая-толстенькая идет. Мы ее переведем на вот эту, что вверх. А эту толстенькую... Ага, если мы ее так... Нет, так сильно нельзя. Она у нас соседей. Тогда надо будет ее тоже очень сильно сокращать. А там некуда. Поэтому немножко... Вот. Немножко. Ну, немножко сократить. Так, это есть. Сюда идем.
Сюда идем. Здесь тоже. Надо, во-первых, не надо, чтобы она сильно выбивалась дальше тех, что у нас есть. Тем более, что внизу. И мы их тоже выбираем более толстые, где они у нас ветвятся. Так. И их сокращаем. Так. Что-то топорщится вверх, убираем. Тоже вверх. Листики оставляем, эти убираем. Сами веточки. Так. Здесь вот у нас... Ой, не видно. Вот у нас веточка, вот у нас веточка. Близко, рядышком нам так не надо. Но оставим мы, наверное, вот эту. Ее, правда, потом надо будет приподнимать. А это хорошо, идеально смотрит, ну, по высоте. Но она над этой ветвью, поэтому это убираем. Так, все. А вот тут еще не прищипнуто. И здесь тоже, тоже чуть-чуть. Вот это, может быть, со временем уйдет, если мы эту не сможем выгнуть туда вперед. Они у нас тоже так пересекаются. Так, следующая. Вот тут мы ее прищипнули. Пока не изгибаем, оставляем. Идем сюда. Идем сюда. Она у нас немножечко вперед на нас смотрит. Чуть-чуть. Потому что на этой высоте уже можно что-то вперед сделать. Так. Ой. Так. И тоже выбираем. Вот у нас есть вверх. Есть вниз. Мы и так ее вниз пригибаем. Поэтому то, что вверх у нас топорщится, убираем. И остальные все сокращаем. Сокращаем. Так. О, и вот еще хвостик у нее остался. Так. Вот. Вот она хорошенькая. Вот на нее ложится. Вот какие-то вырастила вниз. Убираем сразу. Так. И потом тоже. Вот мы их как пригнули, уже хорошо видно. Стало, что нужно, что не нужно. Мы их можем изгибать. И видно, что нам нужно срезать. Так. Причесываем их. Вот здесь толстенькую тоже убираем. Тоненькая остается. Так, так. Это прищипнуть. Это прищипнуть. Следим, чтобы они у нас очень близко здесь, чтобы это не было длиннее, то есть что внизу. Поэтому можно будет, можно было бы, но нельзя. У нас уже тут листиков мало, поэтому нельзя ее сделать короче. Ага. Вот тут у нас еще какая-то длинная. Ага, это, а мы эту еще не обрезали. Так, это готово. Идем сюда. Здесь вот это вверх топорщится. И длиннее срежем. Маленькую оставляем. Так. Маленькую прищипнем вот так. И сюда идем. Сюда идем. Вот так вот. Из-за того, что их поворачиваю, мне... Самой не очень удобно видно, не очень хорошо. Ну, или мне будет видно, или вам будет видно. Так. Потом мы видим, вот у нас ветвь, и вот это вот у нас опять пучок. Вот у него оставим вот эту пока что, а эти маленькие уберем. Одна над другой нам тут точно не нужны. Так. Сейчас. Так, а эту пока оставим. Пока оставим, только вот в основании у нее есть точно наверх смотрит, ее уберем. Можно ее прищипнуть буквально один листик. А на второй веточке не будем, там ничего не выросло. Она все-таки в тени получилась верхней. И вот так. Так, дальше эту не трогаем, не пригибаем. Вот у нас есть. Вот ее как бы тоже кажется, что надо изогнуть.
Но у нее, вот это я пригнула, пока не режем, вот тут видно, что вот эту вверх нам ее не очень нужно. Сейчас мы их сократим и посмотрим, надо ли будет с помощью проволоки или не. А, вот так. Вот так. Вот, видите, маленькая под ней была. Мы ее оставим. Так. Ничего не видно? Сейчас секунду посмотрю и вам покажу. Ага, вот что. Вот у нас вот эту мы уберем. Вот так мы ее уберем. Потому что она вот тут спорила с соседней. И уже вот эти оставим. Оставим. Вот тоже переводим на ту, что вниз. И буквально у нас одна остается. Мы ее сократим. Вот, они уже сильно так не топорщатся. Вот тут тоже переведем на ту, что вниз. И здесь сократим. Вот. И вот эту уберем. Вот, они уже между собой не спорят. Пока оставляем. Вот тут у нее в основании что-то уходит. Так. Эти маленькие пока бессмысленно пригибать, потому что они еще будут довольно сильно расти, и это будет незачем. Так, сейчас, секунду, приходим к нашей вершине. Это есть. Так, вот много вверх топорщатся откуда-то. Откуда-то куда-то убираем их сразу, потому что они все это нам загущают. Не видно. Вершина у нас замечательно вот тут идет, так что она остается. И вот тут сильная убираем. Вот эту веточку послабее оставляем. Немножко прищипываем. Вот тут в вертикали вверх у нее идет. Тоже убираем. В сторону у нее идет. Просто прищипнем. Так. И вот здесь есть малюсенькие, вот одна и вторая. Их пока оставим, возможно, да, и вот под этой толстенькой тоже малюсенькая. Возможно, мы эту толстенькую и эту заменим на вот эти маленькие. Поэтому это в следующий раз мы будем смотреть, пока мы их просто сократим, чтобы они сильно-сильно не ушли у нас, не испортили нашу вершину. Так, одну маленькую вот так прищипнем. Так, остается, по сути, вот веточка и потом сама уже вершинка. У этой веточки мы тоже довольно сильно ее вот так сократим. Рядышком прищипнем. И вот эту соседнюю, не видно, прищипнем тоже краешек. Так. Вот здесь, чтобы у нас вершину не испортить, вот так на маленькую переводим. И такую оставляем. Вот эту малюсенькую убираем, потому что она получается из-под изгиба. Тут вот лишние листики старые уберем, они, чтобы нам не мешали. Так, вот тут у нас вершинка, вернее, на вершину идут. Веточка остается, вот так прищипнули. Следующая в эту сторону тоже прищипываем. Так, и вот сама вершинка. Замечательно, чуть-чуть ее перевершиним, буквально вот убрали. На маленькую перевели. И боковые, одна и вторая, мы их прищипываем так. Чтобы нам не получить здесь, на вершине, на очень-очень сильной части, какие-то вот все одинаковой толщины, все пошли в рост, и мы не видим вершину. Вот сейчас мы уже вершину немножечко видим. Тут уберем вот эту вверх топорщуюся. Вот это и это ветви. Отсюда будет видно. Вот это и вот это будут со временем уходить. Просто там не очень понятно, на какую именно.
Хотя можно, смотрите, вот эту уберем, заменим вот этой маленькой, так что уберем вот это. Вот, и уберем эту толстенькую. Иначе они там спорят, только надо аккуратно, чтобы у нас... Маленькую, которую мы оставим, которую мы оставим, или она будет, или вот тут будет, а это уходит. Вот так. Больше там трогать не буду, чтобы их не сломать случайно. Вот так. А эту, ну, эту пока не можем. У нас вон малюсенькая совсем. Хотя... Секунду, с лица посмотрим. Хотя можно, она будет развиваться. Просто сделаем небольшой пенечек. Вот так. Вот. И теперь видно, что здесь у нас слишком длинная. Теперь осматриваем вот на момент, что где-то очень длинные получились. А можно еще сократить. Где-то толстенькую убрать можно, на тонкую перевести. Ну вот, получается очень... Да, уже начинается видна быть форма деревца. Вот. Смотрите, какой... Какой замечательный, эту точечку роста просто уберем. Все, все, на данный момент все, пускай обрастает. Пускай обрастает, сейчас вот думаю. Может быть, можно было еще ниже вершинку перевершинить. Вот или на эту, но я их уже обрезала, так что пусть будет так. Тут маленькие междоусли, в принципе, толщина небольшая, пусть будет. Тут у нас конусность замечательная. Паутинка. Вот, с улицы пришла. Все. Вот такой вот он хорошенький. Отправляется обратно. Уже какие-то ветви принимают форму. Какие-то мы вот тут вот тоже прищипнуть. И будет красота. Будет красота. Все. Подписывайтесь на канал. Увидите приложение. Удачи.